Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 132. Увеличьте число 60 на 10%. Увеличить на – это прибавить. Значит, к 60 надо прибавить его увеличение. А увеличение составляет 10% этого числа. То есть надо найти 10% этого числа. 10% – это 10 сотых от этого числа, от числа 60. То есть умножить на 60. Мы получим 60 плюс. Производим вычисление. 10 умножить на 60 и разделить на 100. 10 умножить на 60 будет 600, разделить на 100 будет 6. 60 прибавить 6. Мы получим 66. Мы увеличили число 60 на 10% и получили 66. Б. Аналогично. Увеличить число 80 на 25%. Это значит, к 80 увеличить на, это прибавить. Прибавить его увеличение на 25%. То есть надо найти 25% от 80. 25 сотых от 80 умножить на 80. Можно сократить. 25 и 100 на 25. Числители будет 1, в знаменателе 4. Получим 80 четвертых равно 80 плюс 80 разделить на 4, мы получим 20. 80 плюс 20 равно 100. В. Увеличить 40 на 50%. Это значит 40 плюс его увеличение. 50 сотых умножить на 40. А кто помнит? 50% – это 1 вторая часть числа. То есть, вторая часть от 40. Это значит 20. 40 плюс 20 равно 60. И Г. 425 на 4%. Значит, 425 раз увеличить надо прибавить 4% этого числа. То есть, 4 сотых, 4%, умножить на 425 равно 425 плюс. Можно сократить 425 и 100 на 5. Числители будет 85, в знаменателе 20. Опять можно сократить. Итак, 425 плюс. Можно сократить 4 и 20 на 4. Числители будет 85, в знаменателе 5. 425 плюс 85 разделить на 5 будет 17. 425 плюс 17 будет 440. 2. Мы увеличили число 425 на 4%. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.